Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш, как собрать зефира за 5000 самую неделю. Вы скажете, что за фигня? Я тоже, в принципе, в это не особо поверил, но решил сейчас протестировать. Возможно, нам повезет, и мы выловим именно тот пак. Если не получится, я вам просто покажу, расскажу. Ну, это просто жесть. Вы сейчас увидите аккаунт, как живет без донат на Тайване. И реально за пару недель можно собрать зефира. Не то что огника, а зефира, ребят. Я сам, честно говоря, в шоке. В общем, что нам для этого надо? Для этого надо качать прорывы героя. Сейчас единственное, нам надо будет увеличить силу. Я для этого прохожу подземочки. Ну, то есть это мой тестовый аккаунт. Я просто пробовал на основе, и там из-за силы, скорее всего, не получается. То есть у меня, вот я заметил, у меня на основном аккаунте вообще паки вспомогательные не вылазят. На других аккаунтах, на которых большая сила, их практически нет. То есть они вылазят на аккаунтах, где меньше силы. Скорее всего, привязка по силе, не знаю. Ну так получается, и уже давным-давно у меня паков нету. Такс. Есть. Отлично. Получили 50. Дальше идем в алтарь. И докачиваем сейчас всех. Зачем я это делаю? Для того, чтобы... Так, я надеюсь, у нас золота хватит. Которого у нас нет. Вообще зашибись. Как мне это нравится. Думаю, вам тоже. Ну, в принципе, тут не так уж и много золота нам надо будет. Попробуем, по крайней мере, сейчас поулучшать героев. Такс. Сейчас, наверное, попробуем еще пооткрывать. Нам надо увеличить силу. Просвет появляется с 10к силы. Я гляну, что у меня тут по героям. А, у меня тут нормально, кстати, героев есть. Как видите. Сейчас будем с вами трешивать. Придется немножко, конечно, самоцветы потратить на дополнительные места. Ну, в принципе, я думаю, оно того стоит. Если у нас получится выловить этот пак вспомогательный. Я, правда, не знаю, с какой он силы дается, но я думаю, с мелких больше шансов словить его. Такой пак идет раз в неделю, дается. Так, окей. Поехали на наших допов. Сейчас мы просто всех подряд подкачаем до 20 левела. Ну, соответственно, получим силу и попробуем хоть что-то. Я надеюсь, что у нас получится. Потому что самому хочется увидеть этот пак. Так, этого мы, товарища, качать не можем. Да, конечно, наиграться надо, но оно того стоит. То есть это самый, наверное, изичный способ будет накопить 5000 самоцветов за неделю. Я думаю, в принципе, это не есть проблема для любого аккаунта. Сильная вот эта вот сила. Так, 20-й. Там у нас еще не докачанный. Блин, как долго качается сила. Знаете, как когда-то каждых там 100, 200, 500. Блин, ты такой, вау. Сейчас прорыв качал плюс 15к.
слету. Так, 8 набрали. Нифига себе, это ж сколько качать вас надо. Куча разных локаций открывается. Я уже даже забыл про эти локации, честно скажу. Не знаю, кто еще бегает сюда, но, наверное, ребята некоторые бегают. Такс. Блин, ну вариант только открывать. Давайте дальше, так будет быстрее просто, нежели мы будем фармить. Пособие, как качнуть 10к. Да, это можно, конечно, запариться. В принципе, сейчас пару героев и уже плюс 1000. Жалко, нету паков с золотом. Кучу разных плюх получаем, нифига себе. Просто огонь, ребята. Нам бы золото на аккаунт. Так, ну, в принципе, думаю, должно нам хватить уже плюс-минус для прокачки 10к. Блин, как оно долго качается. То чувство, когда почувствовал себя без донатом. Плюс 81. Нормально, нормально, еще чуть-чуть. Так, еще 1500 у нас осталось, да? Тапать. Нифига себе, тыковка 8, откуда это она у меня здесь взялась таким скиллом? Огонь! Может, у меня еще и карт здесь дофига есть. Просто топчик, ребят. Жируем, ни в чем себе не отказываем. Коробок нету. Смотрите, одни единички падают. Ну, что, прикалываетесь? О, четверочка, отлично. Так. Сразу с пятеркой нам выпал. То чувство, когда ты... А, блин, я не помню. Может, сегодня надо глянуть, кстати, по этим... По талантам. Все отлично. Чик. 991. Отлично. 10 тысяч у нас есть. Поехали. Спасибо. Я знаю, что у меня есть допуск к КБшке.
Короче, куча тариалов разных, которые нафиг никому не нужны. Такс. Спасибо. Спасибо. Ну, еще и самиков немножко вернули обратно. Посмотрите, еще монетку отсюда получим. Чем? Жизнь без дона удалась. Итак, поехали, будем пробовать. Что? Блин, это жесть, это ж надо еще нам четвертую звезду вкачать. Чем? One moment, ребята. В общем, открыл, ребят, 75 огоньков, и у нас есть теперь возможность качать героям прорыв. И сейчас мы попробуем словить, если получится, если нет, пойдем на второй аккаунт смотреть. Все, и на этом все закончилось. Так, ну у нас есть мана. Сейчас будем пробовать. Конечно, у нас хранилища вообще топовые. Да, походу кино не будет. 100к надо, вы что, угораете? Это что-то я психанул, походу. В надежде, что сейчас я получу этот пак и, типа, начну качать здесь. Не все так просто, видимо, там надо определенные условия для того, чтобы вылазили вспомогательные паки провизии. Но я надеюсь, получится его словить и показать вам. Круто, Махатма. На такой силе это, конечно, кайф. Не хотят они нам давать, они нам не дадут, походу, эту провизию. Ну ладно, давайте попробуем еще немножко и пойдем смотреть, как же вот без донаты на Тайване. Ну, хороший противник, может, здесь сейчас быстренько нафармим соточку. Короче, это длительный, мучительный процесс. Не для нас. Да фигище, короче, маны надо. Это я, короче, что-то психанул, походу. В надежде, знаете, привык себе так. Ну, все в кайфе качаешь там. Героев. Ресурсы все есть. Но без донати, конечно. Конечно, размечтался. Сейчас у нас и кристаллы закончатся. Да. Без донатом, конечно, весело. Хотя странно. Странно, что не выпадает. Не знаю, что так. Хотя бы написали, какой шанс, из-за чего это зависит. Выпадение этих паков, но, к сожалению, этого нигде нету. Десять минут потратили. Но сама суть, самое главное, проверить. Давай, давай, тащи. Сейчас еще мегароллинг сделаем. Так, еще на три раза. На три раза ролим и идем на аккаунт. А вдруг сейчас вылезет? Вот я не знаю, они как-то реально рандомно вылазят. Бывает, просто себе качаешь, но тут именно на этом... На прорыве, как он сказал. Сейчас проверим. В общем, поехали на аккаунт Нурлана, который нам он дал. Попробуем сейчас там. Попробую вам показать, разъяснить, что, как и почему. Как живут все-таки на Тайване из донаты.
В общем, вот его аккаунт. Посмотрите внимательно на силу. Мы, кстати, не паролили, потом вернемся паролям. На силу 153 тысячи. Без донат, ребят. Доната 0. Роллингов тоже особо нету. Есть Огник. Есть Зефир. Героев реально дофига имбовых. Как видите, у него много героев. Не, хотя у него довольно-таки неплохой, я вам скажу, аккаунт. И вот самое интересное, где его можно собрать сегодня уже, не знаю, есть, вот, отлично. Мы, кстати, попали сейчас, вообще огонь. Вот эта акция. Смотрите, у него 37 монет. Я попробую, немножко солью. И вот, мешки Зефира, 12 мешков, ребят. 12 мешков. У него 36 монет, это он уже словил Зефира себе отсюда, то есть этой акции, он уже себе его словил. Офигеть просто, вот, пожалуйста. Как это все у нас работает, сейчас я вам расскажу, покажу. Давайте посмотрим на аккаунт без доната. Прейка. Вообще огонь. Посмотрите на этих героев. Это бездонатный аккаунт. Блин, бомбический, конечно. Сборки хорошие. Круто. В общем, эти монетки можно получать, я показал вам, за трату талантов. Вот здесь можно получать. 10 потратили, получили монетку. Эти вот карточки за 300 самым можно купать, покупать каждую неделю. Это не есть проблема. Вы можете также дофига достать себе топовых итемов. Можно также Зефира собрать за 160к самым. Но я думаю, такой вариант намного проще. Как это работает вот на его силе? Он качает просвет. Он на этой неделе уже качал просто. Качает просвет герою. У него вылазит набор снабжения за самоцветы. И там в каждом наборе 10 монеток. То есть за 5000 каждую неделю. Вам 40 монет упадет, по сути, за месяц. И это, в принципе, более чем реально достать вот эти вот итемы. То есть сумок 30-40 вы можете нафармить налегке. Помимо того, что вы можете собрать еще с других акций данного героя. И в итоге вот так вот у него аккаунт реально... топовый, как для бездоната, и за месяц можно получить, качая силу. Ну, то есть, надо еще посмотреть, на какой силе. Ну, вот у него 153к, и на этой силе у него эти паки вылазят. За 5000 самоцветов, то есть, 5000 самоцветов плюс 300 самом на эту акцию. И вы просто в кайфе. Вот реально. Вы просто вот заходите. Помимо того, что это вы можете купить, вы можете дофига всего другого покупать. То есть, по плюхам, если посмотреть, и скины собирать. Кулаки, ребят, кулаки, миллион кулаков, то есть лям кулаков, вы можете получить тоже без доната. Топовые плюхи, ну, все, что хочешь, просто копи себе, собирай там книжки. Это реально кайф, вот, если посмотреть, вот, можно все, что хочешь получить. Просто себе перероливаешь и получаешь. Ну, в общем, вот так вот. То есть, такой вот шанс, 5000 самом в неделю, блин, ради Зефира, я считаю, это круто. Плюс Огника можно. Ну, то есть, вариантов очень много разных. Самое основное, что здесь эти монеты собираются очень легко. И это реально офигенно. Я этого не знал, вот он мне сказал, рассказал, спасибо. Я надеюсь, другим это тоже поможет. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Вот так вот живут без донаты на Тайване. Его гильдию сейчас рекламнем. А, у него Join Line, у него в лайне. Кидайте заявочки, вступайте, кто играет здесь. My Sony называется. А мы поехали обратно на мой тестовый аккаунт. Полчаса промурыжил вас, но я показал вам, как можно собрать реально офигенно Зефира без доната. И намного быстрее. Не надо копить 160к. За месяц можно реально его получить. Это реально классно. Так, что тут у нас? Пингвинчики повылазили. Ну что, поехали. Поехали проверять шанс на имбу. Тесочка. Ну, тесочка у нас есть. Раз. Два. Ну, как обычно. Нифига.
В общем, вот такое вот окончание ролика. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.